Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на улице Плеханова. Можно сказать, так, центральная асфальтированная улица. Недалеко здесь от нас находится милиция. Если пройти прямо по другой улице, мы оказываемся на улице Мохова. И метров 500 школа, и метров 150-200 находится детский садик. Почему мы здесь оказались с моим другом Комаровым Виталиком, который помогает мне вершить дела, я решил продать дом. Дом находится на Плеханова улице, дом 20, квартира 2. Вот он, видите, с красной крышей, красные ворота и красный забор. Сейчас пройдем по территории немножечко. Я вам расскажу. Мы находимся во дворе. Двор здесь приблизительно земли около 7-8 соток. Не знаю точно. Впереди у нас сливная яма находится. И здесь был небольшой огородик. Раньше росли огурчики, помидорчики. Также заезд есть под машину. Везде стоит пласт окна в доме. Дом кирпичный, стоит на прочном фундаменте. В каждой комнате есть отдушины. Ну, здесь тоже видим, что был раньше огород, сейчас все заросло травой, так как никто давно ничего не сажал, но при желании все это можно обработать, и будет хороший огород. Сейчас мы с вами проходим в дом. Нет, ты зря там снимаешь. Мы находимся в прихожке. Видим здесь котел. Котел вынесен всего как 1.5 года назад. В 2017 году вынесли, переделали полностью отопление в доме. Прихожка теплая. Кроме котла здесь находится радиатор, батарея. Сколько на сколько? Ну, здесь получается 1-2-3-4. Ну, 1.5-4 метра, где-то грубо. Так, проходим дальше коридор. Небольшой шкаф для одежды и для банок консервации. Так, проходим, с левой стороны у нас находится кухня. Кухонка, в принципе, небольшая здесь, но получается, сколько она где-то, тоже 2 на 6, наверное. Ну, так компактно все, мебель прямо останется здесь в кухне, никто ничего не будет выносить. Проводка, электропроводка, счетчик новый, и проводка вся в доме тоже поменена. Ну, в ванне, в туалете совмещенные, но здесь придется сделать небольшой косметический ремонт. Так все работает. Ну, здесь по коридору справа у нас находится комната жилая. Комната довольно просторная, большая. Где-то она 4 на 4, наверное, находится. Комната тоже пласт окно. В комнате поменены полностью полы, потолки сделаны. Все. Следующая комната у нас после коридора идет, ну, типа столовая здесь небольшая. Здесь у нас стоит, останется стол и это, кухонный уголок для обедов. Дальше по курсу у нас зал идет. Зал у нас большая комната, хорошая, где-то получается 6 на 5 или 6 на 6. Тоже полностью здесь сделан здесь ремонт, потолки, полы, все обновлено. Везде стоит пласт окно. Ну и еще одна комната. Это небольшая комната детская. Как говорится. Она где-то у нас 2 на 6, наверное, получается. Ну, типа, чтобы делать уроки и поспать ребенку.
Так, дом состоит, получается, из 4 комнат. Кухня, ванна с туалетом. Цена дома 700 тысяч, но будет торг. Только торг будет тогда при осмотре дома. Так, ну вот, засняли мы дом. Вся конкретная контактная информация будет в описании к видео. Вы сможете посмотреть, связаться с человеком без всяких проблем. С вами был Комаров Виталий. Подписывайтесь на канал. Спасибо. До свидания.